Здравствуйте, вы смотрите «Испытатели природы». Это видео об исследованиях у нас под ногами. Меня зовут Николай Ковылов. Сегодня мы отправимся в лес, чтобы разыскать там грибы. И это звучит довольно странно, какие могут быть грибы в это время года. Однако могут. И вот первая находка. На старых деревьях крепко сидят очень прочные копытца коричневого цвета. Это гриб-трутовик. Чаще всего трутовик небольшой, с ладонь или еще меньше, но иногда можно найти поистине огромные грибы, как этот. Прямо мне сразу захотелось его примерить. О. Сверху трутовик уже покрылся льдом, а с нижней части можно увидеть кремового цвета дырочки, через них вылетают крошечные споры. Это что-то наподобие грибных семян. Я не удержался и забрался на гигантский трутовик, чтобы рассмотреть дупло у вершины дерева. И он выдержал. Я специально прыгал на нем, но он все равно не обламывался. Трутовики на виду, но есть и куда более скрытные грибы. Самих их сейчас не видно. Однако следы обнаружить можно. Посмотрите, заболевшие деревья стоят рядом и лежат тоже рядом. Где-то под землей скрыта зараза, которая через их корни проникает внутрь дерева. И они заражаются вначале первое, второе, третье, четвертое. У них отваливается кора, в них поселяются всякие жучки-короеды. Кора с дерева падает, дерево слабеет, становится внутри трухлявым и валится. То есть, представьте, вы садитесь на такой стульчик или ложитесь на кровать, а оно все у вас так раз. Слушайте, я себя чувствую прямо силачом каким-то, смотрите. Зараженное грибом дерево теряет что? Былую прочность. Подожди, головой. В фильме «Властелин колец» внутри под землей сидит совершенно незаметный хищник. Это гриб. Под землей он видит тоненьких ниточек, заползает через корни деревьев, делает их слабыми. И вполне возможно, что в этом месте под землей сидит всего один единственный гриб. В Америке нашли грибок. Один гриб, одно существо живое, размером с 800 футбольных полей. Серьезно? Это самое большое живое существо на нашей планете. Обычно говорят про дерево секвою или про синего кита. Самое большое живое существо – американский гриб. Это какой-то там опенок. Опенок? Огромный, огромный. Посчитали возраст, 1500 лет существует. Так ли это? Давайте уточним, и Google нам в помощь. Вбиваем по-английски. Гигантский гриб, Орегон, это тот штат, в котором его обнаружили в Америке. И проходим по первой ссылке. Вот, кажется, то, что нужно. Вот букет опят на стволе. А так гриб выглядит внутри дерева. Это сеточка-пленка из микроскопических нитей. Грибница. Под корой зараженного дерева можно найти толстые сплетения грибницы, похожие на проволоку. Мы с ребятами часто находим такие щупальца под корой упавших деревьев. Была и такая находка. Теперь понятно, откуда берутся привычные нам опята со шляпкой и ножкой. Кто самый сильный в лесу? Кто может повалить деревья? Кто может изменить лес? Кроме человека, это еще такие незаметные существа, как грибы. Хоть какой-то грибной дух есть? Да. Идет. И я. Ну-ка, можно? Чувствуешь такое? Дерево так не пахнет. Все. Наше путешествие завершилось. Спасибо вам за внимание и удачи в собственных исследованиях.